Прогреваем машину. Солнце светит. Мы сейчас поедем в Павловску, нам нужно в магазин. И у нас закончилась краска. Вот, видите? У нас закончилась краска, поэтому нам нужно будет съездить за краской. А еще нам нужно будет съездить, посмотреть освещение. Ванную. А? Да, я говорю, еще нужно будет в ванную комнату посмотреть освещение, да? Рушан даже не хочет жилетку одевать, говорит, жарко. Не скажу, что прям жарко, ветерок все равно есть. Я сейчас вставлю видео, как Рушан дразнит свою сестру. Да, Рушан? Ладно, давай, на фоне зеленой травы тебя. Так поснимать или с какой стороны поснимать? Вот так, да. Вот так, да? Нормально? Да. Что будешь делать? Скажу, Катрин, как тебе костюмчик, нормально? Что сказать? Катрин, как тебе костюмчик? Ага, да? Ладно. Катрин, как тебе костюмчик? Нормально, ладно? Ой, что сказать? Еще раз, давай, переснимаю. Как сказать, я забыла. Катрин, как тебе костюмчик? Нормальный? А этим ты что хочешь именно показать? Что я стою в костюме на телефоне. А, ладно, да. А потом побежишь куртку одевать? Нет. Не холодно? Нет. А ты все это снимаешь. Тогда кого дразню? Никого я не дразню. Сестру свою дразнишь постоянно. А что у нее дразнить? Что у них снег, а у нас травка зеленая. Кстати, у нас видео отстают, я не знаю, насколько даже отстают, на неделю точно отстают, наверное. Не успеваю монтировать, вот доснять вот успеваю, потому что телефон всегда в руках. А сесть и смонтировать, да, или тоже не знаю, а сесть и смонтировать видео, это время реально надо. У меня не хватает этого времени, но я стараюсь. Бывает по два видео в день выпускаю. Почему? Потому что... Что это? Наверстать надо? Время... Нет, время хватает только на 10 минут в плане. Это 10 минут видео, а его-то я монтирую. Минут 30 точно. Минимум, и то скажу, минимум. Поэтому я по максимуму стараюсь. Ну, наверстаем, наверстаем. Как-нибудь это... Сяду прям. Знаете, когда плохая погода, тогда я сажусь за компьютером уже плотно. А когда погода хорошая, не хочу. Кстати, смотри, плакучая ива уже начала цвести. О, она уже вообще такая зеленая, красивая. Помнишь? С курицей берем. Ну да, вот он с курицей. Мы уже приехали в Магнит. Они с чем? С курицей, а этот с курицей. А, тоже с курицей. Короче, все с курицей. Да, это все одна курица. Угу. Возьмем Нэнсику. Все, мы немножко закупились так по мелочи. Угу. Мороженое взяли. Ну, это у нас в этом году в плане, ну да, не первое мороженое. Мы брали как-то в этом еще, мы любим. А, вкусная точка, да, у них? Угу. Хорошее мороженое. Все, мы сейчас за освещением. Поедем посмотрим освещение для ванной комнаты. Что, почем и есть ли такое? Здесь есть один магазин, где мы всегда все. Угу. Мы там уже брали такое. Угу. Какой у нас магазинчик? Вот такое вот освещение. Пластиковые, металлические. И металлические у нас есть. Вот такие. У нас металлические, да, вот эти вот подороже, которые были. Мы взяли освещение, но взяли в другом магазине. Потом уже дома вам покажем, что что-то ветерок. Ветер дует, и я думаю, меня не слышно, когда ветер дует. Да? Так, что нам еще надо было? Я не знаю. Да, а я знаю краску. А, краску, точно. Ну, кстати, там можем надо в своем доме купить краску, по полям идти домой. Да, полями, полями и будем полями, ходить. Полями до дома. Как тебе идет этот цвет этот? Цвет? Мне кажется, синий, голубой цвет, а... Не, голубой, именно голубой. Идет ли к лицу, по лицу, да? Да, именно голубой цвет идет всем. Нет, не всем, мне особенно идет. Кстати, костюм мы брали в любимом Васильке. И смотрите, сколько он его уже таскает. Второй год, да, костюму? Да. А сейчас нет таких костюмов у них. Не знаю почему, там цвета были разные. Черный был и вот именно синий, красивый цвет. Красиво.
чтобы мне просто показалось, что я взял. Вечером мне просто вот это за PlayStation играть, и чтобы я не уснул, я семечек себе взял. Интересно, ты будешь за PlayStation играть, а семечки ты как будешь, клевать что ли? А как ты сидишь, так раз, отвлекаешь? Я за компьютером, у меня только мышкой работаю, а другая рука у меня хрям-хрям. Я тоже одна рука. Говорю, все, стоп, хватит мне уже реально тошнит от этих семечек. Смотрите, куда он затарил их, а? Видите, вон они, я слежу, Рушан. И это купила сейчас мороженое маме тоже, потому что мы должны были к маме заехать. Я тут позвонила Кристине, хотела спросить там по поводу Ангелины, что да как там, кое-что случилось у них там. И Кристина берет трубку, говорит, а я у мамы. Я такая говорю, ясно, мы же-то хотели заехать. И Рушану говорю, ну как-то неудобно, давай мороженое еще одно возьмем. Вот забежали, взяли еще одно мороженое. И взяли краску, такую же матовую, по 230 в муравье. А у нас 250. А у нас, да, в Сороке, в Атаманской, 250 стоит. Все, едем к маме сейчас, покажем как раз стаканы, которые купили. Ну, плафоны, ну, называются они вообще правильно светильники, стаканы. У нас сегодня что-то такая пасмурная прям погода, ветерок, но на улице так это не холодно. Смотри, какая красота. Да, пчела вот это выносит пыльцу. Угу. Так, а что-то крысеньки на обуви нету. А, вот она. Вот она. Сидит. Здрасте, здрасте. А вот кто-то трубку не берет. Здрасте. На, это тебе привет, Лизочка. На, это тебе, а это вам. Одинаковые. Чтобы это, чтобы не обиделись. Чтобы не подрались. Господи, Рушан похож на тренера. Ага, какой яркий. Ага, сейчас свет включу. Включи свет, ага. Все, это. Давай, мы же хотели показать Кристинке, маме. На, Кристина. Делай обзорчик. Обзор. Обзор. Нет, еще. Так мы только что же их купили. Руки чистые? Да, знаешь, они оказывается... Да, мы в шоке были. А он один вытащил, да, с коробочки. А он такой заляпанный. Я говорю, боже, а что он такой грязный? А тебе не пойдут, да, которые я думаю? Почему, Рушан, объясни? Там лампочки несъемные. Там, если меня, то весь... А, так вот у меня, ты помнишь, квадратные лежат, которые покупают дорогие, помнишь, выбрал? Там тоже лампочки несъемные, и они больше идут на какую-то подсветочку, потому что от них мало света. А тебя кто драл? Ну, вот здесь, знаешь, была, кофту покупала, и в магазине не сняли вот эту вот черную штуку, магнит. А, как у меня со шторы. Я не могла его снять, и его вырвала вместе с дыркой и зашила еще. Ну что, такие пойдут? Пойдут, а что? Это точно такие же, как и такое. Мне нравится, такой. Но я такие черные видела. У нас не видели. Над диваном. Да? Да, такие же над диваном. Нет, у нас. Я в этом смотрела, когда смотрела светильники. Они сейчас вот такие модненькие, вот эти все. Ну хорошо, да. Получается, один светильник 517 рублей, к нему лампочка 120. Еще лампочка. 4 светильника, 4 лампочки. Угу. А, ну а в одном месте мы вообще только светильник видели. 750. Ну, 750. Мы и брали по 750, который нам у нас в доме. Первый, да. Угу. Просто тогда в этом магазине. А сейчас поменьше. Было. Вот такие поменьше, 750 у них стоят. Это вот где я показывала, первый магазин мы заходили. Угу, да, цены подскочили. А кто хочет вкусняшку? Кто хочет вкусняшку? Ты уже команду выполняешь? Все команды, которые возможно, он уплывает, и сел, и лег, и голод. Я все готов сделать, только дайте быстрее. Пилотик, лежать, сидеть. Ты моя умница, держи, держи. Опа! И побежал, и побежал. Сейчас подожди, я плечики уберу. Да я не буду трогать. Вот это уберу, все. И косится, как бы у него не забрали, да? Как бы не забрали. А вот у нас подобие. Ну-ка, мне интересно эти стаканчики. Мне кажется, которые мы взяли, они по длине, побольше. Да, побольше. Сейчас а эти какие-то маленькие.
Лампочки какие? Да. Да, они больше. И шире, да? Да. Мы, короче, меньше брали, от которой с ней это показывали. 700 рублей. 750. Да, только черные мы брали. Угу. А это больше. Угу. Ну ничего. Она бы в ванну меньше не пошли, когда все это было. Да. Угу. И они так, знаешь, там слишком так мелковато бы было. Да, некрасиво. Да. Угу. Все. А здесь, видишь, там лампочка в глубине получает, а здесь она вот так будет заподлицу. Ну, почему? По-моему, нет. Да, я тебе покажу. Ну-ка, а там как? Нет, уж будет, мне кажется, так же, как и здесь. Нет, это покажу. Так, сейчас. Вот. Ну, ничего страшного, тоже хорошо. Тоже красиво. Все, сейчас надо будет сфотографировать ему эти лампочки. Угу. И отправить, и там уже договориться. Все, видео смонтировала. Здесь все покрашено. Все покрасила. Кстати, купили мы опять такую же краску. 230 рублей на этот раз. До этого вам показывали 250. Это уже в другом магазине. В Павловске купили за 230, а у нас здесь по 250. Так, все, красота, все сохнет. С обоих сторон уже покрасила. Куртки постирала, сохнут. Все, сохнут. Не знаю, мне кажется, вот в это я еще похожу. А постирала ее, чтобы немножко это обновить. Потому что там начнутся посадки, не посадки, мне кажется, на огороде. Бывает такое, что прям ветер холодный. А вот это вот Рушана, ему даже зимой не было неудобно ходить. Она задирается, потому что, видите, здесь есть у него резинка. У меня нет резинки, и мне очень удобно в ней. А эту, скорее всего, я уберу, когда высохнет. Привет! Так. На, вот, смотри, меня не надо клевать. Вот здесь. Собирай. Кстати, курочка и петушок. Я не помню, мы говорили, нет? Доехали хорошо. Вон там петушки гуляют. Все, иду. Сейчас я здесь буду все чистить. Вот так вот. Ждут меня. Мне тут кукурузы мало осталось. Блин, что-то я мало кукурузы положила. Слишком вам жирно будет, девчонки. Подожди. Все, вообще бесстрашный. А ну-ка давай, так, я сперва, наверное, лучше пройдусь. Всем с водой здесь. Тоже. Так, все, иду к вам теперь. Что у вас здесь? У вас вода есть. Вот это вот хорошая вообще. Она, видите, большая. И у них там кастрюля тоже хорошая. Что у вас здесь? Подожди. Сейчас я вот им сперва. Потом вам по очереди. Нате, вам еще зерно сюда. Вы любите ковыряться. Нате. Все. Так, сейчас следующие пойдут. Сейчас я открою все здесь. Пока откроешь. Все так узко. Не поверите, не очень удобно. Особенно, когда что-то снимаешь. Сейчас, я тебе там налью воды. Сейчас. Так, а скажите, почему... Так, давайте вот так сделаем. Подожди, нет, не лезь. Нате, вон туда. Вот так. Отстаньте пока. Почему у вас здесь так все грязно? Чего только здесь нет у вас. И накакали, и все, да? Ну, вы даете, нате. У вас, в принципе, здесь есть. Так, теперь можно будет... Теперь можно... Ой, какой петух красивый. Красивый, да? Ой, какой ты красивый, да? Протягиваю. А какие у тебя лапы? Ой, ну все. Дайте я пойду. Проверю у вас там. Как дела? Ох! Ух ты! Два есть, но мы сейчас пока... Они еще маленькие, чтобы на продажу именно для вывода, да? Как сказать, я не знаю, если честно. Я хочу продавать еще яйца. Вот их. Поэтому разъединили. Завтра погода будет хорошая.
Все, давайте, отходим. Потихоньку, потихонечку ты сейчас выбежишь туда. Все. Нет, 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 нет. Нет. Выходим. Ваша, надо сюда чуть подальше. Так, давайте посмотрим у вас. Вы-то еще не несетесь, как я поняла. Там-то девчонок побольше. Так, там получается 3 курочки, а здесь-то 1. Ну давай, сейчас я яйца в карман положу, как обычно, что лишь бы не раздавить. Да ладно тебе, не бойся. Так, нету этих, нету. Пусто. Пойдемте к вам. И здесь сюрприз. Здесь у нас 1 курочка. Ну, мы вчера не собирали. Вот они еще 2. Итого 4. Итого 4 у нас. Молодец, молодец. Все. Давайте сейчас яйца. Ой, сейчас воду. Воды вам налью. И немножко надо будет сена добавить в гнезда. Вот двое, да, вот. Места им предостаточно здесь. А тем черным, конечно, маловато места. Ну ничего, скоро голуби у нас уйдут. Рушан поставил их на продажу. Голуби у нас уйдут. И будем смотреть, что дальше будем делать. Все, все едят. А вы что там ходите? Я воду всю вылила. Буду новую, свежую заливать. Привет! Пить будешь? На! Вся в соломе. Да, кстати, она у нас так любит иногда пить. Мы иногда так пьем. Еще с того свинарника так приучились. Я наливаю, а она все пьет и пьет. Тишина у нас пока. Видите? Тишина. Еще рано. Сегодня какое число? Так. Еще в течение... Еще недельку где-то, да? А может быть и в течение недели. Первый раз она провела пораньше. Так что вот так вот пока у нас. Тишина. Вечером, конечно, включаем на ночь. Включаем обязательно свет. И там свет, и здесь свет. Все включаем. Я уже замесила тесто, готовлю начинку. У меня там лук снизу, побольше лука. И лук я именно резала, потому что когда нарезаешь лук, он более сочнее. Лук, картофель кубиками, такими вот меленькими, фарш, паприка, перец и соль. Все, я уже все подготовила. О чем мы скулим? Нельзя так себя вести. Вот такая вот мантушница у нас. Сейчас я буду ставить воду, потому что я думаю, сейчас быстренько раз-два и все. А, начинку приготовила. А, еще. Так, еще возьму масло. Обязательно. Обязательно сливочное масло буду добавлять вовнутрь. По маленькому кусочку. Все, вперед из песни. У меня все в процессе. У меня столько начинки, капец. Я не знаю, что с ней делать. Естественно, я сейчас вот это вот приготовлю все. Мы поедим. Сейчас вот я хотела показать, как я добавляю начинку. Сверху ложу кусочек маленький, такого тоненький сливочного масла. Мы сейчас это все поедим. А это можно ли замораживать? Я просто ни разу не замораживала. Если я сделаю манты, заморожу их. Можно ли их замораживать с картошкой? Я не знаю, с картошкой можно или нет. Блин. Вот не знаю, ни разу не замораживала начинку с картошкой. Не помню. Именно она же сырая. Ладно. Не почернеет ли она там? Вопрос. Пока вы мне напишите, уже, естественно, я что-то сделаю. Но все-таки напишите. На будущее буду знать все. Так, попробую поискать информацию в интернете, пока буду есть.
Все, у меня уже вода закипела. Сейчас быстренько последний доляпаю, и все, хватит. Я думаю, вообще нам на один раз покушать это предостаточно будет. Все, погнали. Я в воду обязательно добавляю лавровый листик. Опа! Опа! Все, на 40 минут. Естественно, крышка закрываем. Финишная прямая. Да. Последняя 100-метровка. Уже это, манты почти готовы. Хочу быстро успеть, чтобы они прям горячие-горячие были. Вот люблю, здесь два осталось, да? Люблю, когда выключил, и сразу же начинаешь есть, а не когда потом там, блин, остынет все. Так что... Не, я холодные манты не люблю. Я тебе холодные не предлагаю, поэтому, видишь, я прям быстро-быстро-быстро тороплюсь. Там что у нас осталось? Еще на две штучки, либо на одну, сейчас посмотрим. На две, наверное. Масло положили, ничего не забыли. Сюрпризы нет, манты? Нет, я не Лера. Что она тебе сделала второй раз? Тесто горимое. Ага, вместо котлеты, да? Ага. Что там отбивает? Еще Катрина такая, так говорит, что вкусно. Пошла такой говорит, что-то это, я не хочу говорить, спасибо большое. А Катрина стоит, что-то не может понять. А что, говорит, почему ты, говорит, не ешь, это, говорит, вкусно. А потом такая говорит, а это же, говорит, тесто смешное, это Лера сделала. Типа мы тоже раньше с Кристинкой в детстве с Кристей готовили вот эти, когда мама готовила там. Что же мы делали? По-моему, пельмени когда стряпали. Пельмени, да, делаются горькие, сладкие, перец. Туда чеснок добавляешь. Просто чесночину дала, так вот так закрываешь. Да, вот такие вот готовили, тоже играли в свое время, баловались. Ать. А смотри, какое я старалась тесто делать тоненькое. Видно? Угу, почти. Ой, прозрачное. Сок. Ну, честно скажу, я люблю тесто, когда потолще. Ну вот я тебе старалась сделать потоньше, себе старалась сделать потолще. Так что какие-то приготовились, какие-то нет. Ну, один противень тебе, один противень мне, да? Да. А это толстое, да, тесто? Это да, это толстое, потолще тесто, видишь? Угу. Да ты могла вообще просто тесто положить внутрь, всё. Я, короче, это. На, тебе побольше, ладно. Ладно. Давай, ладно, всё. Уговорил. Ты просто лопнул, да? Да, уговорил. Какая вкуснятина. Ну все, мы немного освободились. У меня есть такая манера. У кого? У меня потерять эти сверла. Я постоянно убираю их так, чтобы не потерять, а потом найти не могу. Да, это точно. Я два видео успела смонтировать, пока Рушан искал сверла. Кстати, я еще зеркало даже не мыла. Увидите, второе видео смонтировала, слышали? Сейчас слышали? Аккумулятор. Аккумулятор теперь сел. Да. А, аккумулятор найти теперь не могу. У нас уже 12 ровно. Скажи, тебе сушка будет мешать убирать ее сейчас? Пока нет. Я, наверное, все-таки ее уберу. Мне кажется, она тебе будет мешать. Прям все. Ужас. Ужас. Да уж. Это я положила, чтобы на кухню унести. Ну ладно. Полотенце вот висит. Угу. Вот. Ой, ты мой молодец. Что нам там не подходит что-то, да? Угу. Удлинять надо, да, трубку? А, ее потом надо вот красить, да? Да. Блин, тогда надо было сперва покрасить, мне кажется. Я знаю, но я пока сейчас это... Пока... Не могу, я сейчас пока если покрашу, я на полки не поставлю. Тогда давай, подожди, Руш, стоп. Ой, грязь. Тогда давай завтра полки поставим, ничего страшного. Время уже позднее, и ее тем более покрасить надо будет. Давай завтра уже закончим. Я думаю, на нас никто не обидится, что мы не покажем, как полки установили. Ну, увидите завтра. М? Зай. Завтра, так завтра.
Или, в принципе, она там коричневая пускай, ну, такая серая посторчит. Ее помыть надо, она еще какая-то такая нечистая. Сейчас я поставлю, просто мне пока это... Она все равно закроется, там ничего не видно будет. Серую поставим? Ну да. Давай серую. Ого, она какая нечистая, гляньте. После этой штуки ванную придется чистить. Ничего страшного. 150 рублей стоила эта штучка? Нет, я же отрезал. А, это труба была? Угу. Какой-то странный манжет стоит. Непонятно. Еще когда вода здесь включается, и это, она как-то шумит так странно. Мне все кажется, что она мимо где-то бежит. Лучше измерить. Первая полка. А вторая где-то так будет. Ну вот так бы положили бы, да и все. И сказали бы, во, все готово. Так тоже можно. Красота. Ну и все. Так вот скромненько все. Аккуратненько. Я хочу кое-что показать. Я такая здесь пылесошу. А там... Спит он в отключке. Ему на всю пофигу. Кто где шумит, укутали его, потому что здесь окно у нас открыто постоянно. Постоянно у нас сложное открывание там. Скажи, а мне все равно, шумите вы, не шумите, я хочу спать. Все, он в отключке. Так. Скорость еще больше. Пошли полочки в ход, сейчас уменьшу. Вот так вот. Ну, не видно вообще ничего на камеру. Непонятно. Первый час ночи. Хорошо, да, жить с вами. Ну да. У нас просто сегодня столько было много дел в хоздворе. Поэтому мы не успели пораньше это все сделать. Так. Она одна на одной лежит вот здесь у тебя. Не знаю, не надо чуть-чуть мне сдвинуть сюда. Опс. Соскочила? Ага. Называется доска вертолет. Она это... Малась неровно. Ш-
швы надо нам тут, да, будет переделать. Я смотрю. Угу. Немножко. Угу. Так. Да, надо вот как-нибудь заняться швами здесь. Потом, когда потолок сделать, да, уже все закончим, потом со швами разберемся. Чтобы не торопиться. Угу. Все готово. Мне нравится очень. Там специально не сделали, чтобы туда мог короб зайти. Я потом еще короб обновлю. И будет красота. А сюда такие контейнеры будут ставиться, там полотенчики. Классно, чтобы не вот так вот это все лежало, а на полочке там. Ладно, все. Всем до завтра. Да, хорош. Да, всем пока. Молодец, спокойной ночи. Очень, очень красиво получилось. А то. А то. Угу. Мне нравится. Пошли на кухню, попьем, что? Да, я хочу так компотика попить. Все, но я так не хочу идти на кухню. Пошли. Не хочу. У меня ноги вон босые. Ничего. Обуваться надо. Одеваться эти носки. Пойдем. Принеси компотик. Нет, пойдем. Принеси компотик. Пошли, все. Принеси компотику. Все, пойдем. Жопа. Ладно, да, всем. Жопа. Жопа. Всем пока-пока.